Также мне спрашивают, почему я не собираю отзывы своих учеников. Все очень просто, не все хотят оставлять свои отзывы. Да, я и не прошу, потому что этот курс обучения на курсе учеников не является основной моей деятельностью. Я все-таки разработчик, и я занимаюсь именно созданием своих стартапов. Лечь людям в душу и просить все время, дайте отзывы. Я этим не занимаюсь. И мне, в принципе, нет времени на это заниматься, потому что у меня достаточно хороший поток учеников, потому что аналогов на рынке хороших нету. Я один из единственных, кто дает результат. И у меня стабильно 5-7 учеников на премиальную программу в неделю идут. Поэтому те, кто хотят реально научиться, те приходят ко мне. Те, кто хотят поиграть в Android-разработчика, они обучаться нормальной разработке, идут в Geekbrains и через год, потом через полтора года возвращаются ко мне уже на нормальное обучение. Поэтому я не особо собираю отзывы, потому что даже наличие отзывов — это очень сейчас, в настоящее время, очень сильно отталкивающий фактор, потому что те же отзывы можно купить на фрилансе, даже с указанием ссылки на соцсети, и вы, если вы напишите тому человеку, кто оставлял отзыв, он скажет, да, что он обучался. Поэтому отзывы уже не показатель. К тому же то, что было хорошо на курсе одному, будет вообще очень плохо другому. Поэтому в отзывах нет никакого смысла. И последний вопрос, который я хотел бы осветить. Помогаю ли я в устройстве на работу? Вы должны понять, что устройство на работу, скажем так, одно из направлений. Вы можете выбрать другие направления, работа на себя. То есть поиск заказов от клиентов, то есть самостоятельный поиск. Следующее направление, которое вы можете выбрать, это работа на фрилансе. И еще одно мое самое любимое направление, это разработка собственных продуктов, собственных мобильных приложений, то есть создание своих стартапов. Итак, вернемся к устройству на работу. Даже если вы решите идти на работу, устраиваться на работу, все зависит от ваших личных качеств. И я не могу гарантировать то, что вас возьмут на работу. Поэтому я не даю никаких гарантий для трудоустройства. Но при этом у меня на курсе имеются бонусные модули, в которых я помогаю создать вам резюме, правильно преподносить себя, правильно продавать себя, правильно искать работу, правильно развиваться в Android-сфере, и даю в дальнейшем все бесплатные консультации, даже когда вы закончите курс. Поэтому прямой помощи устройства, гарантии устройства на работу я не даю, но я поддерживаю вас, я даю вам свое сотрудничество и помогаю создавать вам свое резюме. Вот они все вопросы, которые мне часто всего задают. Надеюсь, наверное, даже на страницу с курсом положу это видео, чтобы каждый человек, кто хочет записаться на курс, он получил ответы на все свои вопросы. Но если вы действительно хотите стать Android-разработчиком и сделать это оперативно, на актуальных технологиях и тратить на это много сил и средств, тогда я вас приглашаю на свой курс Android-разработчик за 3 месяца. Ссылка на сам курс есть в описании. Также ссылка есть в описании на все мои соцсети. Если для более оперативной связи, пишите прямо мне в соцсети, я моментально отвечаю, с вами договоримся и начнете свое обучение. А на сегодня у меня все. Всем пока.